Более 700 домов снесут в Алматы по программе реновации жилищного фонда в ближайшие 4 года. На их месте построят современные функциональные многоэтажки, а на территории появятся парки, скверы и зоны отдыха. Масштабные строительные работы сейчас ведутся и в Труксибском районе, где находится большинство ветхих жилых объектов. О предстоящих планах реновации расскажет Айдана Нураш. В этом доме, который признан аварийным, алматинка Ольга Андреева живет вот уже 16 лет. В старом жилье нет даже элементарных удобств. Туалет на улице, горячей воды и отопления нет. Крыша протекает, а стены обваливаются. Дом ветхий. Даже картинку не повесишь, уже дырки в стенке образуются. Постоянно прорывается, вот можно посмотреть, там у нас водопровод бежит. Только вызываем, асфальтируют, снова перекапывают. Горячей воды у нас нет. Не всех есть ванны. У кого-то есть, у кого-то нет. Только санузлы, и то даже не у каждого в квартире есть санузел. На сегодня только в Турксибском районе насчитывается больше 500 аварийных домов. Это половина из общего количества по городу. Многоквартирные дома были построены еще в прошлом веке. Сейчас в районе идет активная работа по реновации старых жилых строений. На месте ветхих домов, расположенных по улице Сауранбаева и Молдагалиева, возвели вот такие современные многоэтажки. Осталось только провести инженерные сети. Жители начнут заселять уже этой осенью. Планируется снести 3 ветхих здания. На их месте будет построено 7 современных жилых домов. Но новые здания отличаются тем, что внутри будут все коммуникации, то, что жители получат даже больше квадратов, чем они имели. Программу реновации ветхих домов запустили в 2012 году. Одним из первых проектировщики снесли старые домостроения в районе Оптовки в Алатауском районе. Вместо хрущевок, расположенных по обе стороны проспекта Раимбека, возвели красивые новостройки. Жители таким переменам только рады. Этот дом, конечно, был для рабочих. Хрущевский дом был, этажный. Ну вот, нам дали новый дом сейчас, хороший, трехкомнатный я живу. Ну, дом хороший, теплый, просторный, кухня большая. Посидеть трамс. Это же счастье жить в таком доме. Комнаты здесь просторные, красивые. Сейчас с удовольствием зовем гостей. Устраиваем большие мероприятия. Зимой тепло, вода есть постоянно. До 2025 года в Алматы планируется снести 708 ветхих домов. Это больше 6500 квартир. На их месте вырастут 683 высотки, а это уже 34 тысячи квартир. В рамках программы по реновации мегаполис освобождают от жилых строений с высоким процентом износа основных строительных конструкций и инженерных систем. Айдана Нураш, Рашид Шукуралиев, телеканал «Алматы».